Асфальтирование и озеленение территории ФОКа на улице Океанская в краевой столице начнется уже на этой неделе. В ближайшие дни закончится укладка брусчатки на пешеходных дорожках. Затем установят малые архитектурные формы и воркаут-комплекс. Также территорию ФОКа украсят елями и облепихами. К середине сентября подрядчик должен завершить строительство. В новом спорткомплексе разместятся два бассейна, универсальный зал с трибунами, а также залы для бокса, фитнеса, игры в теннис и тренажерный зал. На улице появятся воркаут-площадки с тренажерами, универсальная спортивная площадка для игры в баскетбол и мини-футбол. Зимой ее будут использовать как каток. Все уличные спортивные объекты для посетителей будут бесплатными. На Камчатке также продолжается строительство краевой больницы. Подрядчик уже заводит на площадку стройматериалы. На настоящем периоде будет обеспечено электроснабжение от автономных генераторов, потому что по постоянной схеме ждем подхода именно основных мощных трансформаторных станций, которые будут обеспечены уже по постоянной схеме работать. Все это дело у нас находится в поставке, и вот буквально в ближайшие там 10-20 дней уже строительная площадка начнет наполняться стройматериалами, из которых будет в следующие полгода проводиться, собственно, работа. На территории продолжают возводить и городок строителей, и ограждения. На объекте работает тяжелая техника. По проекту новая краевая больница будет рассчитана на 150 посещений в смену и 450 коек. Площадь комплекса составит 80 тысяч квадратных метров, а общая площадь территории более 40 гектаров.